Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy S21 Ultra разрешить установку приложений из неизвестных источников. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт биометрия безопасности. Опускаемся вниз, установка неизвестных приложений. И выбираем браузер, из которого мы собираемся устанавливать наше приложение. Как видите, у нас уже было включено, но у вас будет вот так. После чего нажимаем «Разрешить», и на этом все. Давайте также посмотрим на этом хроме. Нажимаем «Разрешить», и теперь уж наверняка сможем качать и устанавливать приложение из хрома. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!